Заходи на CSGOFast.ru, ставь свои предметы из CSGO и выигрывай ставки других. Проверь свою удачу на CSGOFast.ru, ссылки в описании. Ух ты, ёб, что это такое? А что я такое? Господи, боже мой. Я спрячусь с этим. Пошли в жопу! Дебильный я! Господи, за вот кого? Тупые ящики! Вот больные! Это все объекты! Три объекта! Фак! Просто в более большой ящик. А я вижу. Сижу в нем. Нормально. Я знаю, значит, где ты. Я рядом с тобой стою. Да? Да, ты такой, короче, ты в большом, да, ящике, он такой высокий. Да, я в большом ящике сижу. Да, и рядом я еще попал. Ящик. Ты тоже ящик рядом? Это все, получается, мы в одном месте 4 игрока. Если скинут бензин, нас сразу 4 убьют. Это все игроки. Погоди, это все не настоящие ящики? Это не настоящие ящики. Я убил себя, что? Все, умер. Нас со снайпы убрали, охереть. Вот я только что пробежал, чувак Фостерс. Он наверх полез, смотри. Да, я вижу. Вот смотри, посмотри, слева от тебя это, справа от тебя это я ящик. Слева от тебя это тоже игрок. Ты встаешь в другом игроке. Серьезно? Да, и посмотри в большой ящик. Там сидит Фостерс в большом ящике. Не, я не в большом, я в левом сижу. А, он в левом, короче, сидит. У нас в левом 3 ящика. Это все не настоящее. Вот, вижу! Какого хрена? Ящик в ящике. И все это не. И мы все это не настоящие игроки. Мы все фейки, короче. А я был курицей, а ты Халдон. Курица на нефтяной платформе, логика зашкаливает. Чё, тоже надо жрать нефтяник. Отлично. Живых куриц. А вон там как раз точку А кровью нарисовали. Жертвоприношение, походу, на точке А было. Там кровью рисовали куриной, посмотрите. О! Иди сюда, бля. Иди сюда, мой киска. Не мимо! Иди сюда! Кыс-кыс-кыс! Родненькой! Он убегает. Он убегает, сука, иди сюда, я тебя догоню. Я, короче, прыгаю за кружечку, все, я побежал за кружечку. До свидания. На тебе, падла! Вообще бля, за... О! Он над землей летает. А, я вижу шлагбаум, стой, что я за тебя, смотри, видишь, я желтый столбик. Это что ты? Что сделать? Да, это я. Куда побежаем? Я вот здесь стану. Кто ко мне пристроился, это так много, да, человек? Нас всех убьют. Мы все умрем, господи! Смотри, нику чувака, я твой мужчина. Я здесь машина мимо ездит, мне. Опять машина. О, погрузчик поехал! Погрузчик хуярит. Погрузчик завалили. Ящик шевелится, нас тут трое даже или четверо. Вон там кого-то сверху порезали. Чуваки тут просто режут. Охренеть, там вообще просто экшен вырезает. Зачистка глобально, вот ко мне теперь бежит. Я на очереди, походу. Фак, тут просто толпа вокруг меня бегает. Я вижу, что там у вас происходит, вот смотрю и просто ужасаюсь. Ты меня-то видишь? Нет. А я не вижу, блин, ничего. О, у меня супер декой доступен, уже жить немножко проще стало. Меня тоже. Да, тоже. А почему мне всегда последним удается ультимейт? Он ко мне прибежит. Иди, сейчас мне ультимейт дадут. А, вон ты где, я вижу тебя. Он умер там или нет? Меня уже чувак побежал. Нет, он не умер. Ах ты, сука, иди сюда. Все, я тоже алтимейт. Иди сюда, тварина тупая. Эй, чувак, пододвинься. Это ты квантум, что ли? Нет, я бегу за ним. У нас тут трое, короче, монстров за одним чуваком бежит. А куда он делся? Я убил его. Его замочили. Сзади спаляет там. Нашего три атлониста замочили, пацаны. Здрасте. А где он? А я ищу. Я за какую-то боеголовку, что это за ядерный чемоданчик? Я ищу. Серьезно? Да. Я ищу. Все, все спрятались. Чувак, что вы готовы? Все спрятались. Блять, ну. Я спалился. Ты сходу спалился? Я спалился. Нет, я побежал. Охренеть, здесь какой-то гигантский металлический контейнер. Сразу было. Пристроился непонятно как. Беспалевно. Так. Во-во-во, ограда убежала. Ограда. Отбегалась ограда. Ни хрена, здесь 3 человека. 4. Вот это сейчас на самом деле опасно. Эй. Они камни вырезают. Они, смотри, они хитрожопые какие. Они камни режут, они уже знают. Огонек что? Туда. Это не дикой был. Я ударил его, не дикой, но. И ты умер? Да. Они вырезают все, они всех спалили тут. Чувак спалился. Я на очереди, походу. Че он не стал вырезать? Я даже висел прописывать не буду. Блин, тут пипец вообще опасно настолько просто стоять. Просто жесть. Нет. О, в меня летит! Ёб пашу мать! На тебе, сука, сдох! Ты в такой момент сказал. Чувак, уходи отсюда, вот я волнуюсь, когда ты здесь ходишь. А я смотрю за ним. Он, сука, зарезал меня! Это он тебя зарезал. Он залез на меня, отседлал и зарезал.
Сейчас пробил. Опа! Чё там за трансформаторная будка побежала? Come to мир, ёпти. Я так спрятался, даже не знаю. It's my убийство, понял? Хитрожопый. Я тоже не знаю. Тут буровые установки. О, хитрожопый кабель. Ах ты сучка, я знаю тебя. А где, блядь, тебя резать-то? Даже за вкиски. Квантум, я опять ту же тактику использую. Я опять большой ящик. Как убить кабель? Сука. Короче, пошел он в жопу, этот кабель обоссанный. Это ты красная херня? Нет. На тебе, падла, я убил его все-таки. Ага, все. Раз у меня 35 жизней осталось, но я его убил. Паскуда. Квантум кабель срезал. Пацаны, что мне теперь будет за это? А я знаю, кто это стоит. Подъемный кран, блин, долбанный. Стоял он тут. Паскуда такая, как он меня запалил? Я какая-то клетка или... О, полетела в Сирию ракеточка. ИГИЛ бомбить. Ой-ой-ой. И чё это? Хи-хи-хи. Не долетела. Дуальная шутка, Квантум. Квантум, сейчас сдохнешь. У чувака ник, я тут доминант. Его убили. Сабмесив обоссанный. Наказали сучку. Чё? Чё? Я промазал! Я промазал электрошоком! Ааа, Вася! Раскремушка. Они там на кране засели, гады, и дикой кинули. На кране? Ой-ой-ой! А меня не увидели! А меня не увидели! Квантум, да ладно! Площадки. Да есть здесь квантум, я не знаю. Убейте квантума! Убейте квантума! Сука, лайди сюда! Кисунька! Квантум, скажи всем привет в чат. Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишитесь на наш канал. Что же, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и добавляться в друзья ВКонтакте. Ссылка на мой контакт в описании. И еще предлагаю посмотреть топ-10 адовых глюков и угар в GTA 5. Да, и не забудь подписаться на мой инстаграм. Ссылка в описании.